Огонь! Мне аж трудно дышать, чтобы выглядеть хоть как-то адекватно. Мы убили двух зайцев. Реально? Какая красота тут у нас. Ты вот будешь такие очки носить. Ну, знаете ли. А я отвез Вику в садик. Наконец нашел время заехать на автомойку. Машинку помыла. Похвастаюсь, такая чистенькая она. Сейчас жду Таню. Она у нас на почту заехала. Там какие-то мега посылки пришли. Сейчас она тоже должна подъехать. Заберу ее. Будем посылки заносить, смотреть, что там пришло. Вот эта Нюха подоспела. А у нее грязная машинка. Бе-бе-бе, как сказала бы Вика. Ну, машину, показывай, где там твои гигапосылочки. Там. Ой-ой-ой. Ладно, выключаем камеру, тащим. Итак. Процесс пошел. У Тани сколько? 5 посылок с Алиэкспресса или 4? Почему всегда распаковщик ты, а я оператор? Огонь! Какая она дешманская. Я вот здесь заплатил за нее тоже дешман. Но она выглядит прям так, как она должна выглядеть. Можно ее сразу одеть? Опа! Вот он я! Я не знаю, там видно меня нет. Там реально маленькая. Я сейчас мега втянул живот. Насколько можно? Да. Мне аж трудно дышать, чтобы выглядеть хоть как-то адекватно. Так. Я еще с арбузом, а выглядит такая арбузовая. Он мне кажется, что я выглядит немного чикана. Там нырять. Ну, это как бы для съемок на детский канал. Потом я хочу вести. Так, ну, Вики, отличная футболка, а у меня? Ну, ты ее, знаешь, покупал для спортика за дорого футболки, а то не из такого материала, кстати. Так, самая основная покупка. Таких мощных ламп я еще не видел. Видела лампочка? Ладно, потом покажем. Это осветительный прибор. Вообще. Да, это у нас софтбоксы пришли. Сейчас поедем за Викой в садик. Макс взял с собой самокат. Прогуляемся, будем его учить кататься на самокате, да? Причем мы не планировали кататься на самокате, но он нам показал на самокат. Сказал «бу», встал на него и потащил его с собой в коридор. Вот. А что тут? Ты же стоял только что. Вот, молодец, одной ногой. И толкаться надо. Во, все. Ну, вот и научился, собственно. Можно возвращаться домой. Мама учит сына кататься на самокате. Так, Макс, тебе хоть дали прокатиться-то, нет? А? Или мама одна катается? Ну что, Макс, а ну-ка покажи, как ты ездишь. Вот так вот мама тебя научила ездить. Ты молодец какой. Ты молодец. Вот так вот он ездит, ну, вот так вот. Ой, здорово, так ты научился уже. Одна нога стоит, другая едет. О, с горки назад сейчас, да, покатится, обе ноги. Ну, здорово.
Давай. Немного Макса во дворе покатали на самокате и поняли, что на улице дубак. Вроде мы в кофтах и все, но, блин, холодно, 16 градусов, какой-то ветерок, на ну, самом деле. Более-менее, не знаю, мне кажется, прям дубак. Я не замерз. Ну, ты потому что бегала с Максом, видимо, из этого, видимо, выход надо бегать. Вот, поэтому, короче, мы сгреблись, едем за Викой. Тоже и время подошло. Ты из-за этого поехал? Ну, вообще-то да. Я думал, за то, что я замерз, начал жаловаться, что мне холодно. Пока мы ехали, мы решили, что надо купить пиццу и съездить на пикник. Сейчас, пока Таня Вику забирает, я быстренько зайду в пиццерию тут рядом с садиком, закажу пиццу, и мы поедем на бережок Енисея есть пиццу. Вот такой вот у нас классный план образовался по дороге. Вот такая вот тут печь, чтобы готовить пиццу на огне на настоящими дровами. Ну да, на лавочку. Ну не знаю, вон циновка лежит прям сверху, так и просто, чтобы ее взяли. Вика, ты, наверное, не сможешь достать. Давай, я достану. Сможешь? Давай, ну. Если будет лавочка, то сядем на лавочку. Если не будет, то сядем на циновку. Что ты, Макс, тоже что-то нести хочешь? Нет. Ну тоже немало вас. Да, готовить это. Реально? Не, мы не убивали зайцев. Это такая поговорка. Да, сразу два дела сделал одновременно. Сделал что-то одно, а сделал на меня зайцев два дела. Зайцев мы не убивали. Вика, не врежься, Вика. Не врежься. Реально? Реально. Все такая довольная. Реально? Мы убили двух зайцев. Реально? Реально? Но вообще красотища. Куда пойдем? Ну тут что-то прям каждый раз приезжаешь, когда что-то новое но, происходит. Реально? Угу. Вообще классный камень. Я не знаю, куда мы идем, я иду за Викой. Сейчас уточек пойдем смотреть. Давайте вот сюда сядем. Да. Накроем на стол. Да. Сейчас Макс тебя покормит. Ну конечно. Я сначала спросил в пиццерии, сколько сок стоит. Он меня посмотрел, говорит, лучше в магазине купи. Вика, не раскрывай. Какая красота тут у нас. У меня уже слюни бегут. Так, ну реально, все экспресс, потому что холодно. Салфетки мы не взяли. Ну, постараемся не замораться. Маленькая? Маленькая, да. На бал две брать. Наш экспресс-пикник подходит к концу. Он проходил минут 5. Ну ладно, что сочиняешь. Минут 15 там тут побыли. Ну ладно, так и быть. Секунда, одну секунду. Ой, для тебя секунды, минуту, год это одно и то же. Скоро в садике пройдете время, там родители предлагали, чтобы их обучили времени, потому что никто из них не понимает, что такое 5 минут и что такое год. Такие мега лампы просто. Ой. Сейчас Ой. Этот огонь засветится. Я надеюсь, что этот огонь засветится. Так, прежде чем включать тайский софтбокс, я попросил убрать отсюда детей. Сюда. Нет, давайте. Раз, два, три. Один. Второй. Сейчас я спрыгну в кишке. Так ты ее тут еще не натянул. Ну да, там есть. Там просто лампы. Одна не горит. Горит? Верхняя. Ну вот, победил я. Софтбоксы с AliExpress. Вот так вот они выглядят. А сейчас продемонстрируем, для чего они нужны. Виктория, включайте софтбоксы. Она одела очки солнцезащитные. Вот один, вот второй. Вот наша мама.
Ну, она уже лучше подсвечена. Давай-ка еще включаю. Ну, то есть, да, сейчас провода не хватает. Но, по идее, мы мало с одной стороны, со второй. Чтобы не было тени, и она была такая светленькая и красивенькая. И можем что-нибудь вещать. Ой, маме достали такие очки. Папины. Папины старые очки. Старые очки. Ну, какую? На папину. Ну, собственно, вот. А то у нас какая-то темнотища в квартире. Ничего не видно. Ну теперь все будет видно. Если, если мы не поленимся их включить, то будет видно. Макс ломает мои очки. Замечательно. Теперь выкинуть. Ну знаете ли, они только у меня и у Сердеса Стролони такие остались. Я хочу такие носить. Это крутизна, ага. В двойных очках. Ну ладно, всем пока.